Итак, народ, всем привет! С вами ваш походный и туристический слуга Артур Джан. И я нахожусь на Гебиусских водопадах. Да, ребятки, народу тут много, но место красивое. То есть, представляете себе, в сезон дождей вот это все начинает падать. Поэтому здесь вот такая образованная чаша. А здесь промыты водой за сотни лет. Такие вот промоины, давайте так назовем. Обалдеть вообще. Обалдеть. Я сейчас хочу спуститься вниз. Специально поднялся немножечко сюда, чтобы там с людьми не крутиться на одном пятачке. Вот, хочу подняться и вот попробовать вот сюда вот аккуратненько пройти, там поснимать. Протекает вот здесь и оказывается на нижнем водопаде, где в основном люди и находятся. Вот он. Красота, ребятки, красота. Посмотрите, как там красиво. Обалдеть. Так, ребятушки, ну что, я предлагаю подняться прямо здесь, прямо вот тут вот, пролезть и все, и вот там вот уже вверх. Как вы думаете? Просто, чтобы не возвращаться тем же путем, которым я сюда пришел. А пришел я, получается, вот там вот лесенка, спустился, вот здесь вот по скалам прокарабкался и все. Вот, чтобы по этому же пути не идти, можно подняться вот здесь. Но это естественно, если вы уверены в своих силах максимально. Не уверены, не надо. Так, ребятушки, мы с вами были на третьем водопаде Лев, высота которого 12 метров. Сейчас идем на второй водопад, высота 10 метров, грот Высоцкого. Так, ребятки, ну что, смотрите, фотография сделана 23 или 24 года назад. Вот это место, как оно выглядит сейчас. Смотрите, вот грот, где женщина стоит. Вот этот грот. Yeah.
А, хорошо. Так, ну что, ребятушки, в общем-то, вот здесь вот я искупнулся, охладился, обсох. Теперь можно идти дальше. По пути есть лавочки, на которых можно будет сейчас присесть, покушать, в общем, пополнить баки. В общем-то, вот здесь вот, грубо говоря, находится, куда вот идут люди. Первая купель, в которой как раз-таки я купался. Ну, а здесь идет в бок лестница. Сначала первая, она приходит тоже к одной купели, к первому гроту Высоцкий. Потом идет еще один подъем ко второму гроту Лев. Ну, а мы с вами идем в обратную сторону. Посмотрите, какая здесь красота. Здесь у нас с вами водопадик, огражденный, все по красоте. Разделся, сейчас пока буду кушать, рубашка будет сохнуть, но я буду кушать, поэтому приятного мне аппетита и приятного аппетита вам, если вы вдруг будете смотреть это видео под кружечку там кофе или будете что-то кушать, короче, вы поняли.